Специалист участка водоотлива, исполняющий обязанности мастера экскаваторного участка, мастер участка бурения скважин, специалист по охране труда. И это все об одном человеке, лучшем, кстати, в своем деле по итогам месяца. Работник карьера Малой Куйбы, цех «Рудник» горно-обогатительного производства ММК Валерий Чудбасов уже в течение нескольких лет успешно совмещает целый ряд профессий. Признается, ему это несложно и интересно. Евгения Салахутдинова расскажет об универсальном специалисте подробнее. Этот человек может справиться с любой задачей. Так говорят о Валерии Чудбасове коллеги и не преувеличивают. Молодой специалист пришел на производство 12 лет назад. За это время с должности машиниста бульдозера вырос до руководителя. Он исполняет обязанности мастера сразу на трех производственных участках. В данный момент трудится на экскаваторном, главная задача которого – доставка горной массы на открытые склады и последующая ее отправка на рудообогатительную фабрику. Валерий Рафикович отвечает за безопасную организацию хода работ. Визуально изначально начинаешь контролировать с якно, ячейка карьерная, куда подключается питающий кабель экскаватора. То есть проверяешь заземляющее устройство, корзину, то есть подвода проводов ЛЭП, ну и знаки безопасности, запирающие устройство ячейки. В дальнейшем передвигаешься по кабелю, проверяешь его целостность. За смену на участке грузится 8900 тонн руды. За сутки порядка 17 тысяч. На линии одновременно находятся от 12 до 16 машин. Отвечает Валерий Чудбасов периодически за работу на участке водоотлива. Исполняет здесь обязанности мастера, следит за работой насосных установок, теплосетей. Здесь, подчеркивает, главное не допустить замерзания трубопровода и затопления карьера. Задача водоотлива на участке карьера Малый Куйбас – это также обеспечение водой промплощадки. Это техническая вода, то есть для заправки белазов. И также для мытья людей, то есть в душевые, это нагрев воды, мы отвечаем, ну, водоотлив отвечает за нагрев, за подачу и за отопление. Еще одна должность, с которой Валерий Рафикович успешно справляется, мастер бурового участка. Причем исполняет он ее сразу в двух локациях, на Известково-Доломитовом карьере и на Малом Куйбасе. Задача его как руководителя, опять же, заключается в обеспечении безопасного проведения работ. Самым сложным является операция перегона бурового станка с горизонта на горизонт. Для выполнения данной операции оформляется наряд допуск. Также согласовывается маршрут движения с механиками АТУ. Выставляются сигнальщики по пути следования. Ну и если есть факт пересечения линии электропередач, то либо отключается линия электропередач, либо разбирается. И это еще не все. Валерий Чудбасов – специалист по охране труда. Проводит ежедневные беседы с коллегами, следит за исполнением всех правил техники безопасности. На вопрос, как он все успевает и как со всем справляется, отвечает: ему просто это интересно. Я уже привык. Мне даже уже нравится так. То есть, если я сижу на одном месте месяц-полтора, мне уже как-то не по себе становится. Надо куда-то переехать. За ответственность и профессионализм Валерий Рафикович был признан лучшим по профессии, как отмечают коллеги, заслуженно. Ну, работаю с Валерием Рафиковичем относительно недавно. Ну, работать с ним легко, просто договориться, все рабочие моменты решить, настроить работу правильно и в нужном направлении. Ну, в общем, хороший специалист. Валерий Чудбасов черпает вдохновение в семье и в спорте. Каждое воскресенье вместе со специалистами из информсервиса в манеже гоняет мяч. Считает, именно активная жизненная позиция является главным основополагающим успеха в спорте, в работе, в жизни. Евгения Салахутдинова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН.